Здравствуйте, меня зовут Юлия Чугунова, я сотрудник фитомаркета garbuzov.org. Сегодня хочу рассказать вам о калине красной. Калина красная с давних времен считается классическим кустарником русского народа. Это небольшой кустарник семейства жимолостных. Его красные ягодки выглядят привлекательно. По размеру небольшие, имеют в своем составе много ценных витаминов, минералов, которые положительно воздействуют на системы человеческого организма. Косточка калины содержит много аскорбиновой кислоты и железа. Ягода ценится за наличие витамина А и Е, дубильных веществ, и пектина. Пектин помогает кишечнику освобождаться от токсинов. Замечательно калина справляется и с такими проблемами, как простуда, температура, воспаление. Улучшает состояние при расстройствах нервной системы. Наблюдается улучшение настроения, уходит депрессия. Калину можно смело назвать мега полезным растением, целебные свойства которого почти не имеют аналогов. Калина богата витамином А, В5, В9, Е, К, ПП. В калине на 70% больше витамина С, чем в лимоне. В ней содержатся минералы калий, кальций, кобальт, магний, цинк, фосфор, ванадий, йод, железо, олеиновая и муравьиная кислота, эфирные масла, пектин, фитоциды, а также дубильные вещества. Положительно показывает себя калина при авитаминозе, работе печени, снижении холестерина, помогает в лечении и профилактике рака легких. Укрепляет сердце, сосуды, содержит микроэлементы, калий, магний, так необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Снижает давление, предотвращает тахикардию, существенно помогает при бронхите, ангине и многих патологических лор-заболеваниях. Оптимизирует работу ЖКТ, улучшает выделение желудочного сока, налаживает работу 12-перстной кишки. Применяется как гипоаллергенный продукт для маленьких детей 6 месяцев. Также калина поможет остановить кровотечение. Для этого достаточно сделать примочку из ягод или коры. Мужчинам стоит обратить внимание на калину, так как она полезна при мужском бессилии и бесплодии. Женщинам эта ягода несет огромную пользу. В ней есть компоненты, прототипы женских гормонов, которые полезны в период менопаузы. Она эффективно помогает при мастопатии, болезненных менструациях, маточных кровотечениях. Снимает зубную боль, показано при стоматите, лечит гнойники и фурункулы. Несмотря на огромную пользу, такой природный кладезь витаминов имеет противопоказания. Гастрит с повышенной кислотностью, допустим прием сиропа калины только после еды, не более одной чайной ложки. Густая, слишком свертываемая кровь, период беременности, пониженное артериальное давление, тромбоз. При наличии язвы не употреблять калину с медом. Собирают калину в период первых морозов, формируют в пучки и хранят в морозилке. Ягоду нельзя употреблять утром натощак и перед сном. На этом мой рассказ о калине закончен. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч!